Ильхан Хулагу собирает армию. Он пойдет против нас войной. Мингу пригонит из Руси 40 тысяч мужей. Добро пожаловать во Владимир, Мингу Тимир. Надеюсь, эти 5 девственных красавиц украсят твой двор. Я их лично отбирал по всей Орде. Хан Мингу Тимир поставил меня перед нелегким и позорным выбором. Либо княгиня, либо 30 тысяч наших отцов, братьев, сыновей. Господи, слышишь меня, видишь меня? Прибери меня к себе! Вот ты проклят, князь! Люди Нагая пересчитали количество воинов. Их всего 10 тысяч. Люди готовы были поднять бунт, если бы я не пошел на уступки. Он узнал, что в гареме Мингу живет невестка самого князя Ярослава. Я не умру, пока не дострою город и не возьму на руки своего сына. Ты теперь навсегда под защитой великого хана. Она всегда будет тебя ненавидеть. Русский художник рисовал твою жену на стене мечети. Зачем мне щадить того, кто опозорил мою жену? Потому что если он умрет, я убью себя. Ты не побоялась приехать на чужбину? И я уж не такой страшный, как верно тебе говорили. Не такой уж и красивый. Великий князь, 2 половецких клана собрались идти на Новгород. Возьми меня с собой. Ты и так со мной. Народ хочет, чтобы та, которую они считают ведьмой и соблазнительницей князя, умерла.